Некогда красивое и ухоженное место отдыха в центре города, парк, который находится у здания Дома культуры за налоговой инспекцией, сейчас находится в ужасающем состоянии. Разрушены ступени, да и вся гранитная отделка архитектурных форм. Некогда функционирующий фонтан превратился в мусорку. Многие лавки просто растащили. На их месте зияет пустота. Долгое время не работало освещение, и вечером через парк было просто страшно ходить. На спортплощадке раньше царило оживление. Тут собирались дети, играли в футбол и баскетбол. Теперь же она разрушена и разрисована. С виду вполне смахивает на площадку, расположенную в каком-то американском гетто. Получилось так, что фактически этот парк никому не принадлежит. Территория этого парка, она 6 лет назад была, скажем так, благоустроена организация, которая осуществляла строительство жилого дома. Вот. После этого при сдаче дома данный парк и все элементы, которые в нем расположены, сданы, не были в администрацию. Естественно, администрации на баланс не были приняты. В предыдущие года порядок на территории еще хоть как-то поддерживался. В этом же году никакие работы произведены не были. Даже к дню города никто не потрудился облагородить парк и придать ему приличный вид. Жители беспокоятся, направляют жалобы куда только можно. Говорят, что в парке регулярно собираются наркоманы и прочие подозрительные компании. При осмотре были выявлены ряд нарушений, в частности, неокос травы, ненадлежащее состояние содержания игровых элементов, оборудование. Паркового оборудования в плане скамеек, урн. Юридически за данную территорию ответственна администрация городского поселения Дмитров. В соответствии с этим в отношении администрации городского поселения Дмитров возбуждены дела по всем нарушениям, которые были выявлены, выданы предписания. Дело пока еще рассматривается. Администрации грозит наказание в виде штрафов за все нарушения. Сейчас освещение в парке горит, произведен окос травы и осуществляется ежедневный сбор мусора. Больше ничего не сделано. Мы уже подали эту информацию в администрацию Дмитровского муниципального района о том, что данная территория является бесхозной. Они планируют откадастрировать ее и принять на баланс, дальше уже поручить соответствующим организациям ее содержать. Очень надеемся, что в парке наконец наведут порядок, и он станет приятным местом отдыха для дмитровчан.